Их нет. Ты, должно быть, Мидон. Он не мой. Я знаю. Расскажи, почему. Это дело рук Хрисис. Я думал, он сделал это сам. Так он доказал свою верность. Зачем Хрисис заставила жреца отрезать себе язык? Мидон щедрый и заботливый. Пусть отвечает он, а не ты. Расскажи мне о спартанке с ребенком. Он может ответить только да или нет. Все жрецы спят со своими служанками. Я не служанка. У нас священная связь. Вот как. Ха, ясно. Ты знаешь, куда она пошла? Говорят, с ней был ребенок. Ее дочь? Малышка была при смерти, когда она пришла. Мидон молился за нее. Ты спас ее? Нет? Он сделал все, что мог, но ребенок был тяжело ранен. Женщину из Спарты звали Мирин? Я понял, зачем ты отрезал себе язык. Когда моя мать принесла дочь, вы бросили ее умирать. Хрисис боялась, что ты проболтаешься. Все было не так. Откуда тебе знать? Ты слишком молода. Он часто рассказывал мне, пока не лишился голоса. Он хотел спасти дитя. Сделал все, что мог. Я не верю. Мертва. Она не могла умереть. Не знаю, что еще сказать. Тебе повезло, что она прожила так долго. Раны были очень тяжелыми. Моя дочка. Моя дочка. Послушай, мы ничего не можем для тебя сделать. Тебе лучше уйти. Молись, Гелли. Мертвы. Они мертвы. Он оплакивал участь этой спартанки, оказавшейся так далеко от дома, и ее дочь, покалеченную, чуть живую. Стоило вырвать язык и тебе! Я хочу говорить с тем, кто видел все своими глазами! Хрисис забрала ее, так? И скрыла правду, лишив тебя голоса. Где Хрисис? Ясно. Хрисис подчинила себе все языки. Значит, я сам найду ее и проучу. Thank you.
Поехали. Давай. Записи Гиппократа охраняют. Почему? Могучий Теринф. По легенде, его построили сами циклопы. Thank you.
Он не спрячется от нас всех. Живей! Непременно. Ugh!
Сейчас я побеседую.
Только попробуй что-то вытянуть. О! А! О! Я просто тебя убью! О! Ты что тут делаешь? Меня прислал Гиппократ. Твой командир украл его записи. Думаю, они у тебя. Те, что составил сам великий Гиппократ? Мне жаль. Они сгорели во время боя. Что? Ты слышал. Шатер целителей сгорел. К счастью, я успел выучить эти записи. Я восстановлю их, когда будет время или после войны. Тебе придется пойти со мной. Пациент Гиппократа умрет без твоей помощи. Этот тоже умрет без моей помощи. О нем больше некому позаботиться. Я единственный лекарь. Не мешай мне. Я подожду тебя здесь. Вдруг ты сбежишь, пока меня не будет. Типичный наемник. Впрочем, я не удивлен. Займись делом и найди мои костные щипцы. Постоянно кто-нибудь прибирает их к рукам. И ты пойдешь со мной к Гиппократу? Даю слово. Это они? Помощник из тебя неплохой. Я сочту за честь помочь Гиппократу после операции. Какое-то время будет хромать, но дай Аполлон полностью поправиться. Встретимся там. Не опаздывай.
Надеюсь, меня еще не заметили. Гиппократ, как пациент? Я не смог вспомнить порядок лечения, а ты опоздал. Твои записи сгорели в огне. Я пришел, чтобы помочь тебе. Сначала я пошел к жрецам. Я должен был узнать, где моя мать. Понятный выбор, но он стоил больному жизни. Спасенная жизнь служит нам наградой за труды. Врач должен ставить нужды больных выше своих. Сегодня я получил урок. Я хочу записать то, что помню из твоих заметок, Гиппократ. Гиппократ, мне жаль, что пациент умер, но я должен узнать, что случилось с моей матерью. Пойдем, надо поговорить. Значение диеты для здоровья невозможно переоценить. И какой толк от яблока? Ну, одно яблоко в день спасет тебя от врачей. Но шутки в сторону. Я знаю, зачем ты здесь. Ты ищешь свою мать. Ты помнишь ее? Я был молод и не знал, как помочь. Я отказал ей. Но я помню ее взгляд, полный решимости и отчаяния. Вряд ли я когда-нибудь его забуду. Потом я поклялся Аполлону, что больше никогда никого не отвергну и посвящу себя медицине. И в этом ее заслуга. Твоей отважной матери. Ей бы это понравилось. Я знаю, как помочь тебе найти ее. Я поклялся не рассказывать о Долопсе, но это мой долг перед твоей матерью. О Долопсе? Это жрец, что посвятил свою жизнь заботе о сиротах. Возможно, он помнит ту далекую ночь. И знает что-то о твоей матери и ее ребенке. Я схожу к нему. Спасибо, Гиппократ.
Тот, кого упоминал Гиппократ, но он прячется. Что такое? Не делай глупости. Да что с тобой? Твоя смерть, она... Рассвело. Уходи! Тише. Я от Гиппократа. Его что, беспокоит мое здоровье? Да. И нам нужны сведения. Кто-то пытался меня убить. Убить? А как же помощь сиротам? Я здесь из-за них. Это было давно. Теперь я крестьянин. А я Мистий. Поможешь мне, если я найду убийцу? Клянусь. Что случилось? Человек в черном напал на меня, когда я шел домой. Я бежал со всех ног. Уже дома я вроде бы слышал вой. Его могли спугнуть волки. Ты ранен? Нет, слава Гере. Зачем кому-то убивать тебя?
Сосед говорит, я неудачник. Может и так. Между оскорблением и попыткой убийства есть разница. Что еще? Я погряз в долгах. Думаю, землевладелец не прочь избавиться от меня. Я выясню, кто убийца. На меня напал либо сосед, либо землевладелец. Но сначала надо все узнать и доказать вину. Я вернусь, когда все выясню. И мы обсудим твое прошлое. Мистери! Я испугался. У меня есть вопросы. Я выясню, кто убийца. На меня напал либо... Я вернусь... Броня испорченная, но дорогая. Она принадлежала убийце, и он либо богач, либо счастливчик. Эта черная ткань достойна царя. И для маски годится. Нож многое повидал. Он принадлежал крестьянину. Ты видел, как на Долопса напали? Да. Чудовищно. Кто это был? Я не разглядел, но думаю, что его твердолобый сосед. Видно, совсем из ума выжил. Спасибо, что рассказал. Я ищу того, кто напал на Долопса. Землевладелец. Ручаюсь, хоть его лицо и было скрыто. Он живет один и нанимает солдат для охраны. Наверняка с ним что-то неладно. Спасибо за помощь. Мистери! Я знаю, кто... Что думаешь? Кто напал на меня? Нужно еще раз все обдумать. Thank you.
Остановись, Атон. Мисти! Я испугался. Я знаю, кто убийца. Что думаешь? Кто напал на меня? Это землевладелец. Вот как. Значит, я мешаю ему. Я разберусь с ним. Будь осторожен. Он опасен.
Ugh.